Let us not take this planet for granted. I do not take tonight for granted. Thank you so very much. Добрый день, дорогие друзья, с вами Изидыч, и сегодня, ну по крайней мере для себя, я сделал открытие, а если быть точнее, просто вернулся к истокам. Как вы уже поняли, сегодняшнее видео посвящено топовой французской зенитке с боевым рейтингом 7,7 AMX-30 DCA. Но открытием стал не боевой рейтинг этой зенитки, потому что он вполне нормальный, а именно боевые возможности. После этой зенитки, вот честно скажу, хочется забить и на AMX-30B2, и на AMX-13 с хотами, и тем более на AMX-50. Неужели это настолько уникальная зенитка? На самом деле нет. Точнее, у нее есть особенности, и все же, если сравнивать с Гепардом, то здесь не будет ничего сверхэкстраординарного, просто эта машина появилась в нужный момент в нашем проекте. Сейчас я поясню, о чем же идет речь. Ну, уже прекрасно видно, что использую я ее не по прямому назначению, а почему бы и нет, если она это позволяет. Тут нам в помощь приходят швейцарские 30-мм пушки Испано-Сьюиза. Ну а сама топовая лента имеет бронепробитие 110 мм, но этим я вас вряд ли удивил, до боевого применения и эффективности мы еще доберемся. Куда интереснее посмотреть на дополнительные возможности зенитки, ведь у нее есть дымовая завеса, причем двух вариаций. То есть это привычные нам дымовые шашки, которые доступны многим топовым и притоповым машинам, а также... Это фишка, которая есть исключительно у Т-64А, дымовая завеса при помощи двигателя. Теперь вы понимаете, да? Это не просто французская зенитка, это мастер маскировки. Как ее правильно использовать для прикрытия во время починки или же для атаки, это уже я полагаюсь на вашу фантазию. Лично мне она не раз спасла задницу за этот обзор. Но нравилась мне в этой зенитке 77-го года не только дымовая завеса, а в принципе все. Несмотря на свою традиционную уязвимость, как, впрочем, и со всеми зенитками, эта машина позволяет на боевом рейтинге, на котором я ее выставлял, а я, кстати, подчеркну, с помощью взятого в слот AMX-30B2 я попадал только на бои 8,7, 9,0 и иногда в районе 8-ки. Почему я так сделал, друзья? Дело в том, что именно эти боевые рейтинги оптимально хороши для данной зенитки. На таком БРе куда больше противников, которых мы расшатываем с помощью наших 30-ок. Не верите? Сейчас поясню. Как правило, самые бронированные противники это советская техника и британская, иногда американская. Но и если брать боевой рейтинг 8,7,9,0 и учесть то, что Советы в основном воюют за французов, то противниками выступают иногда американцы, британцы, ну и конечно же немцы на своих КПЗ-70. Все это, МБТ-70, КПЗ-70, Леопарды являются легчайшими целями. Даже вождь 3, 5, 10 легко пробиваются, но правда здесь нужно уже зайти в борт или же сзади. В свою же очередь, наша зенитка AMX-30 DCA принципиально не хочет умирать от ваншотов, и у меня закралось подозрение, что халлбрейк на нее по каким-то причинам не распространяется, потому что вы даже сейчас можете увидеть, как по мне стреляет вражеский КПЗ, и машина живет. Да что там живет, она еще и огрызается и наваливает бедному КПЗ. Как так можно? Это же 9-0, главная имба предыдущих патчей. А вот нет, оказывается, зенитка вполне боеспособна и, возможно, в чем-то даже лучше в городских условиях, нежели этот КПЗ. Именно потому, что принципиально не хочет умирать от ваншотов. Нет, я не скажу, что ваншотов вообще не бывает, но тем не менее имеет место быть некая живучесть. Идем дальше. Сам факт неожиданной эффективности зенитки против танков на боевых рейтингах 8,7,9,0 закрал во мне мысли, что старая тактика должна работать, а именно быстрый захват нейтральных точек, не домашних, которые захватываются союзниками, а именно нейтральных, центральных или же если все-таки каких-то дальних, если рядом нет союзников, неважно. В общем, захватывать тоже нужно с умом. Суть в том, что на зенитке, захватывая точку, вы можете пересесть на самолет и так далее. Вы помните эту тактику, на которую бомбили некоторые танкисты, которые не могли никак саргументировать, почему нельзя так делать, и просто говорили, это тактика для заднеприводных и так далее, и продолжали кустодрочить в своих кустах почти пол игры. Вот это, конечно, тактика для мужиков, пацаны. безопасно сидеть в кустах и, зная, что авиация не будет, потому что якобы там только заднеприводные летают, внушить всем эту идею, а следовательно обезопасить себя от авиации и сидеть спокойно фапать на протяжении всего боя в любимых кустах. Так вот, эта тактика с данной зениткой работает, она быстрее, чем Т-64, может достаточно быстро приезжать на точку, разваливать быстро приехавший туда КПЗ-70, а следовательно получать очки за захват, и дальше, если вы все-таки слились, садиться на Skyraider, то есть который есть в ветке французов среди авиации, и этого будет более чем достаточно, можно скинуть пару бомб, поработать хварами, и опять же выручает боевой рейтинг 8790. Именно на этих БРах техника достаточно картонна, чтобы даже хвары ваншотили эти КПЗ-70 и прочую картонную технику. Поэтому тут вдвойне тотальный нагиб. Я вот вам прямо скажу, как выглядит мой сетап. Это зенитка АМХ-30B2 и, конечно же, Skyraider. Больше я ничего в слоты не брал. Ни AMX-13 ход, ни AMX-50. Вот именно этой троицы более чем достаточно, чтобы очень хорошо фармить. Но не обязательно начинать именно с зенитки, тем не менее, если вы начинаете с зенитки, нужно учитывать, какие у вас союзники и противники. То есть смотрите на таб, оцениваете, ага, у меня вся вот эта вот бронированная техника в команде, учитывая то, что советы снова в союзниках и так далее, значит противники будут картон. И выезжаете не на AMX-30B2, а именно на зенитке AMX-30 DCA. Но чтобы категория особых танкистов, которые хейтят авиацию даже после урезания, не бомбили, я специально для них провел один бой исключительно на зенитке. То есть здесь исключительно желание охотиться на танки. Собственно, можете сами посмотреть, что из этого получилось. Не стоит забывать, что фишка зенитки еще и в том, что это универсальное оружие, которое не только почему-то, по каким-то причинам в нашей игре, именно в нашей игре, успешно применяется против танков, но также еще может бороться против авиации. Поэтому, если у противника получилось сделать ранний захват, так же, как, например, у вашей команды, и он вылетает на ранней авиации, вы уже к этому готовы, потому что сидите на зенитке. Кстати, такой эпизод был, где вражеский КПЗ сделал ранний захват точки, и после того, как я его уничтожил, сразу пересел на авиацию и попытался отбомбить эту же точку, но у него ничего не получилось, как раз на новой карте Мажино. И, кстати, тоже, опять же, можно вспомнить, почему-то ранний захват на танках эти самые категории типа танкистов как-то одобряют, а вот именно на зенитке и пересаживание на авиацию для них это табу. В общем, ребят, двойные стандарты. В общем, самое главное я вам сказал, надеюсь, порадовал таким форматом обзора. Обязательно поддержите пальцы вверх, если хотите как можно скорее следующий видос. Ну и подпишитесь, не ленитесь, а если нужны какие-то там товары в улиткашопе, значит ссылочка в описании под видео, и там есть скидка на 3% плюс специальная наклейка во рту. Все, ребята, всего хорошего и увидимся в ближайших видосах. Удачного нагиба!